Привет, друзья, с вами Кирникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием First Feudal. Мы с вами остановились на том, что у нас, собственно, ночь полнейшая, и мы ни черташеньки не видим, помимо, собственно, того, что освещает наш факел и костер на кулинарном месте. Поэтому давайте поскорее как-то постараемся ее пережить, потому что я по факту ни черта даже сделать не могу. Хотя, стоп, что не могу, я могу квесты посмотреть. Так, поселение мы не сделаем, карьер 3 обелиска. Один я вроде бы пытался поставить, но потом удалил постройку, потому что ей там не место. Так, любую ферму и приручить двух животных. Одного вида. Приручение, сейчас я вспомню. Приручение у нас, да, есть такое дело. Так, хорошо, по развитию. Нам нужно побыстрее обработать как можно больше камня, чтобы мы могли себе позволить спокойненько отстроить то, что мы запланировали. Так, камни у нас чистого дофигища. А переработаны у нас где? Вот здесь, да? Или переработанным даже никто не занимался. Сейчас проверим. Сейчас проверим камушек. Так, баблище это понятно, камушек обычный есть. Да, у нас нету переработанного камня. Ясно, понятно, значит, этим занимается, вероятнее всего, не ремесленник. Есть такое подозрение. А шахтер, строитель, нет, скорее всего, все-таки ремесленник. Просто он никак сюда не дойдет. Сделает до икса 15 штук. Рецепт требует 5 единиц камня. Окей, я сам сделаю. О, светлеет наконец-то, кстати. Не прошло и 30 лет. Кстати, дофигища камня требует, если так подумать. Очень даже много. Так, давайте немножко подожрем. Так, тыквенные кашицы, этот есть. Давайте я сюда закину, они сами уже перенесут. Так, этот есть. И держите факел. Или я его просто в инвентаре положу, да. Пусть лучше в инвентаре будет, вдруг я там куда-то отлучусь. Так, что у нас за дебаф? Уменьшена скорость передвижения, атаки и производства. Эффект темнота. Ясно, пока что рано убирать, я вас понял. Так, сделать. Клепай, дорогой. Раз. Давайте, а главное, чтобы я это вытащить смог. О, мы что-то все-таки развили, да? Хорошо, сейчас ждем. Я могу пока покрутиться. Мяу. В идеале нам нужно сделать сразу на один из обелисков. Но это уже как повезет. Так, сколько мы там добили? 15 штук, идеально. Просто идеально. Могли бы, кстати, там и оставить, ну ладно. Так, пацаны, собрались в кучку. Так, стоп, сначала боевой режим. Все в кучу, взяли оружие, взяли все, что вам нужно. Так, где враг? Я не вижу красных точек. Вижу, снизу. Так, пацаны, давайте, подходите сюда. Сейчас, мы готовы их встретить. А ты что там забыл? Что ты там вообще бродишь, алё? Вижу минимум троих врагов. Минимум троих, заходи. Они могут нас, кстати, начать обходить за счет присутствия стены. Да, они нас будут обходить, как и в прошлый раз. Так, идите сюда тогда. Давайте. Вот шо-шо, музыка здесь просто божественная. Как ни крути, так встаньте сюда, забейтесь в уголок. В смысле? Вы передумали? Пацаны, быстро сюда. Почему они в двери могут заходить? Я вот этого никак не пойму. Так, тихо, на меня не агритесь. Давайте, наказывайте их. Сейчас я вам помогу. На, по голове ему. На, по голове. На. На. Красавчики, последнего добиваем. Все, у меня нет выносливости, красавеллы. Справились как боги. Но в целом-то мы понимаем, да, что это еще как бы далеко не топчик, так сказать. Так, оружие как минимум соберем. О, баблище, еда, о май гад. И это хорошо, правда, броня говно. Ладно, давайте я, наверное, в среднюю броню переоденусь. Так, и ботинки мне хоть... А, у меня ботинки есть. Хорошо, пацаны, а что вы ящик? Чего вообще ничего не строите? У нас строителя нет, да? Как я угадал, как я угадал. Прямо уж подозрительно. Так, строитель, приступай. Нам нужен ящик как раз-таки под, по идее, одежду, но я думаю, что я туда закину одежду только высшего качества. То есть пока что у нас говняная одежда. У нас она, по сути, всегда будет говняной, потому что сам я крафтом одежды не особо хочу заниматься. Так, бабло перенесете? Это я покушаю, перенесете. Так, пошла стройка, давайте ускоримся чуть-чуть. Давайте, пацаны, я готов вам шмотки перенести. Жаль, что они сами лут не собирают, это было бы вообще идеально. Приходится немножко вручную попотеть. Нет свободного места, я понял. А, я понял, почему нет. Вы здесь решили все засрать просто до посинения, да? Ясно с вами. Ой-ой-ой-ой, я не то накликал. Надо было вот так сделать, все. Забирайте, я здесь еще долутаю. Так, здесь еще кафтанчик и вилы. Забирайте, пацаны. Вам это пригодится, а вот этот ящичек... Да ёпарес, это когда вы успеваете все засирать.
Так, что у нас входит в шаблон 4? В шаблон 4 у нас входит как раз таки вот эта вся начальная якобы легкая броня. Сохранить. Вот это все добро отсюда унесите, пожалуйста. Так, стены начали по чуть-чуть делать, но это процесс длительный, поэтому не останавливайтесь и посмотрим, что у нас по технологии. Экипировка у нас была развита. Опять же таки за счет крафта инструментов, да? Ну давайте стрельба и лук. Стрельба и лук, и сейчас заодно проверим. Да, лук у нас делается здесь, а стрелы где у нас делаются? Наверное, на столярном, да? Лоджик, на столярном, естественно. Раз, два, три. Сделать до икса. Здесь я, наверное, еще чуточку подниму. До тридцатки, здесь до тридцатки. Ремесленник, тебе явно есть чем заняться. Так, с этим разобрались. Хорошо, воин, оружейник, строитель, лесоруб, ремесленник. То есть у нас сейчас нет шахтера. Шахтера и, соответственно, фермера. Хорошо. Точнее, плохо, на самом деле. На самом деле, очень плохо. Опять же, таки, обратимся к помощи. Это очень полезная вкладочка, на нее не стоит забивать. Важной характеристикой является сила. Почему я не удивлен, вы мне скажите? Почему я не удивлен, что именно сила? Давай ты тогда быстренько перекинься на фермера. Не надо нам натаскивать эти кожи, у нас их и так достаточно. Так, и проверим. Да, я здесь налажал немножко с размерами. Совсем кропалик. Давайте, наверное, это капельку исправим. Там, где он не начал строить еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сейчас попробуем немножечко схитрожопить, если получится. Так, это у нас что? Колья. А вот это интересно. Это достаточно интересно, но я не до конца понимаю, как это будет работать. Требует деревянные детали. Ладно, с этим потом разберемся. Так, декориссимо проверяем. Если мы поставим здесь стену, здесь дверь. Вот так. Я не знаю, какой смысл вообще в дверях, серьезно. Если они все равно их обходят, точнее проходят сквозь них, как ни в чем не бывало. Так, здесь раз блок, два блок. Проходная. Нет, это неправильно будет. Это будет немножко неправильно. Я даже не уверен, что они в эту кровать вообще попадают, честно говоря. Нам нужно будет сейчас переделать все-таки. Здесь мы поставим тогда еще одну кровать. Вот, будет три. Здесь убираем, здесь будет проход. Здесь же я пройти могу, да? Да, один блок, эту стену тогда нужно разрушить. Так, давайте я на F1 пока поставлю. Сейчас, вот эту стеночку мы забираем. У нас остается здесь проход. Здесь мы можем продолжить стену. Это у нас будет раз, два, три. Так, один это проход, два это лежаки. Но при этом всем нам нужно сделать так, чтобы мы, пройдя здесь, могли пройти вот сюда. Здесь нам нужен один блок. Ага. Вот так. И, соответственно, блок раз, блок два и вот так вот. Все, вот теперь это, в принципе, правильное строение. Не до конца, но тем не менее. Так, это уберем. Че застряли, ребята? В чем проблема? Крестьянин без работы, фермер. Как ты без работы, если... Ладно, иди воюй дальше. Если тебе так хочется, иди воюй. Ремесленнику недостаточно ресурсов. Лесоруб у нас есть, но бездельничает. Ремесленнику недостаточно, оружейник, видимо, все сделал, да? Ох, оружейник, пойди строителю помоги тогда. Или нет, стоп. Иди тоже тогда лес руби. Правда, у вас сила смешная, но тем не менее. Так, ускоряемся чуть-чуть. Это они застроят, эти ресурсы мы собираем. Человечек, не огорчайся, но ты сейчас проснешься. Это быстрое пробуждение, оно нам нужно. Так, и основное выстраиваем теперь вот таким вот образом. Раз, два, три. И снизу у нас есть место, чтобы сделать еще раз, два, три. Экипировка сломана, деревянный факел. Да, это я зря, конечно. Но ничего страшного, переживем. Так, тут я сам построю, так и быть. Так, давай четвертую скорость. Да ладно, дубину поломал. Серьезно? Вы че, издеваетесь вообще? Дайте мне белую дубину. С ней-то я и разберусь. Так, давай, ускоряшка. Брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. Вам нужно поспать. Сейчас поспим, ван сек. Сейчас доделаю и похраплю как раз. Или может сэкономим? Давайте сэкономим время драгоценное. Подойдем сюда. Трын-трава, трын-трава, трын-трава. Так, где жратва? Все, трын-трава нас сейчас немножко поднимет. Чуть-чуть. Так, с этим разобрались. Дальше, следующие кровати. Заодно потратим эту всю кожу, которую нам вояка натаскивает. Так, мы можем выставить вот здесь. Раз, два, три. Здесь я вставлю где-то по центру обелиск. У нас здесь даже два блока вышло, да?
Два блока пробег, и здесь я тогда выставлю... Нет, здесь они так пройти не смогут. Вот здесь надо будет обелиск поставить. Так, что у нас, кстати, появилось? Костер. Дает освещение в радиусе 3 метров. Наука, деревянный дом. Дерево и камень. Давайте это поставим. И бочки. Бочки, кстати, по-моему, дают нам возможность стакать ресурсы. Вот, да. Да-да-да-да-да-да-да. Только где бы их поставить, я ПРСТ? Вот это уже спорный вопрос. Они гораздо полезнее, чем обычные ящики. Они, правда, один только ресурс могут дать. Спрятать, так сказать. Но они в этом плане очень хороши. Стоят очень... О, я ткани сделал. Ладно. Будут небольшие трудности. Небольшие трудности, но ничего страшного. Я думаю, мы затащим. Так, давай, товарищ, я тебе помогу. Хелпанул. Давай, в две руки. Оп, оп, оп. Хорошо пошло, нормально. Давай последнюю. Недостаточно выносливости. Да все окей, что вы переживаете? Где там наши лесорубы, кстати, делись? Они должны сейчас только дерево приволочь. Что страшно. Ну давай, тюк-тюк. А, у меня ресурса нет. Так, забираю остаточную кожу. Этот забрали, дерево забрали, монеты у нас копятся. Еда сырая. С кожей придется все-таки иметь дело. Не очень хотелось, на самом деле, но придется. Так, нам нужно кожа, корыто, бочка. Нам нужно корыто. Производство корито. Давайте его выставим где-то вот здесь, раз на то пошло. Вот сюда корыто, пожалуйста, организуйте. У нас же доски есть. Доски есть. Я их все слямзю. Без обид. Это же для дела. Это же не просто так. По моей прихоти, так сказать. Ждем, 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 ждем. Сколько нам до нового персонажа? 17 минут. Окей. Ты тоже дерево слямзил, да? Ты хитрый пес. 3, 2, 1. Давай. Ну, чуть-чуть не хватило. Хоп. Хорош. Так, возвращай это добро, возвращай это, потом перенесут. Теперь нужно заморочиться по поводу кожи. Так, кожа требует от нас шкуры обычные. Сделать до икса. Давайте сделаем десяточку. Нам, правда, негде их размещать пока что, но тем не менее. А ремесленнику и так работает достаточно. Давайте я за него поработаю. Или нам пятерка нужна минимум, да? Да, нам пятерка минимум нужна. Охотник, ты нам нужен. Где? Где охотник? Чем он занят? Охотник вообще куда-то в сраку убежал. Но зато эти деревья нормально рубят. Так, хорошо, мы сделаем первый. Туда мы заныкаем тогда, наверное, древесину. Да, обычное дерево у нас будет в первой бочке. Думаю, это будет оптимальненько. Так, похрапел строитель. Смотри, так тебе делать нечего. Чё ты это? Чё ты дрыгаешься? Давай закончишь этот момент. Небольшой. Не, вот сюда. Как-то очень странно она разместилась. Мне одному-то кажется. Очень странно, дверь встала. Ну да ладно, встала и встала. Слава богу, что она хоть встала, да? Так, сколько нам требуется на пол? Пол требует доски. Не очень. Так, закрытая территория им нравится гораздо больше. Это хорошо. Это замечательно. Я пошел спать, в общем. Вы там быстренько поработайте. Там-тра-дам-тра-дам. Главное не забыть потом еще поесть. Было бы тоже хорошечко. Так, экипировка, мы стрелы вроде бы поставили на крафт. Едой занимаются, этим занимаются. Нам нужен человек, который отдельно будет заниматься фермерством. Иначе нехорошо, что мы будем постоянно перекидывать с одного рабочего на второго. Так, 60 достаточно подъем. Так, стоп, вторая скорость. Смотрим, принесли шерсть. Это есть, но оно нам не сильно сейчас поможет. Ну да ладно. Так, глина еще есть, мы, кстати, обелиск не поставили, да? Обелискоч ставим вот сюда, давайте. Чтоб побольше область. Или вот сюда влепить. Мы что-то пройти сможем? Сможем. Оба, хоба, все. Строитель, у тебя появилась работенка. Бочка готова, где вы? А, они сразу начали перерабатывать, умнички. Сейчас, погодите, я проверю. Да, уже 7 кожи есть, мы можем еще 2 бочки сделать. Ай да хорошо, да как, а? Нет, не костер. Костер это, конечно, хорошо, но нет. Раз, два. Две бочки, в первую мы будем напихивать тогда... Чего у нас больше всего, давайте посмотрим. Больше всего у нас бревен. Давайте напихивать сюда бревна, сохранить. Так, а где у нас лежат бревна, мы освободим для... В кожу у нас что входит? Кожи, шкуры и тому подобное дрянь. Сохранить. Все, переносите, все. Мне нужен факел, пацаны. Пацаны, где факел? Алло. Завезите, пожалуйста, один. Спасибо. Так, сразу взули, все. Работаем сразу активней. Ребятки, вы тоже факел берите. Че вы это в самом деле? Так, товарищи, что-то очень туго работается. Очень и очень туго. Давайте я ему хелпану, что ли.
Держи. На. Я не знаю, сколько я точно трачу выносливости на каждый удар, но бью я явно быстрее, чем он. Но этого, видимо, недостаточно. Нет подходящего инструмента, у нас что, оружейника нет? Погодите. Да, я же оружейника сделали с рубом. Оружейник, вперед, работай. У тебя еще куча работы. Давай в две руки. Оп. Отлично, ресурсы закончились. Просто найс. Выносливость увеличена, юху. Поехали, давай. Так, во второй бочонок мы что складываем, чего у нас еще дофига? Камень у нас закончился, кстати, пора шахтера ставить. Сырое мясо. Фильтр, выставить, еда, сырое мясо сохранить. Так, сейчас верну вам ресурсы, не переживайте. Все хорошо. Хера себе, сколько он за раз наделал. Очуметь. Так, я пошел спать. Давайте, похрапим. Мы здесь, кстати, костер могли поставить, но я не знаю, насколько он правильно будет здесь. Правильно его будет размещать там. Дает освещение в радиусе. Мы могли, в принципе, возле основной нашей вагоночки поставить. Но это уже потом. Так, жители, кто у нас бездельник? Строитель, ты пока... Кожи у нас нет. Иди займись тогда шахтерством. Я пока что еще посплю. Еще похрапим. Ночь не самое приятное время, оказывается. Я думал, что будет поприятней. Ну да и ладно. Так, все, пошли работать. Шахта занята, этим занята. У нас, кстати, пропали сейчас эти. Воин, переключись на фермера, там еще есть что делать. У нас пропали некоторые посадки. Я думаю, на фермерство вообще-то, наверное, стоит вообще забить. Сейчас пусть соберется, что там есть. Если там есть что собирать. И все, все остальное пусть не мучает его. Так, оружейник простает. Ты реально все скрафтил уже? А где топоры? Или типа топоры в действии, окей? Неправильная логика. Стандартно делай качественно. Делай стандартно. Факелы плевать, в каком они качестве. Так, три кирки, 10 факелов. Хорошо, а по оружию у нас что? Качественные дубины, медь нам пока недоступна. Это что такое? Медное копье. Звучит грозно. Можешь сделать еще пару луков. Нет, не тысячу, ты что? Боже упаси. Пару луков тоже качественно. Все, приступай. Ты там булыгу долбишь, да? Давайте я ему, наверное, тоже хелпану. У них что-то вот с физической работы не очень получается. Не сильно они... А, у меня кирка есть, боже, что я сделал? Верните мою дубасу. Искалеченную. Я ее поменяю на нормальную дубасу. О, все, жить можно. Так, у меня факел закончился, да? Обидно. Я стал гораздо медленней. Здорово, пацан. Я пришел тебе хелповать. Так, давайте скорость повысим. Хоп. Так, давай я вместе с тобой соберу камушки. Нам, в принципе, нужно тонны досок для... этого, как он называется? Для пола в нашем жилом здании. Но это не факт, что получится. Так, бегаем дальше, как ни в чем не бывало. Ребята там взялись за камень. Нам еще два обелиска надо поставить, если что. Недостаточно ресурсов ремесленнику, не выбрана профессия Антон Оливер. Антон! Антонио Пернан, ты когда-то успел к нам прийти? Так, шахтер, лесоруб... вот не люблю я вкладки, лучше бы здесь прокрутка была, чем вкладки. Однозначно, так, оружейник у нас есть. Шахтер, лесоруб, фермер... Давай, наверное, тоже иди охоться. У тебя же сила нормальная? Да, сила у тебя нормальная. Иди пока поохоться, фермерство мы тогда отменяем. В целом и в общем, так, где у нас? Воин-охотник, идите, потому что нам нужна кожа. Так, включаем четвертую скорость, здоров. Хоп. Нормально, прокачиваем выносливость, все как надо. Чтобы мы совсем овощным не были. Так, хорошо, сколько у меня? У меня 4 камня, 1 медь. Давай, товарищ, мы с тобой сможем наработать достаточно. Хоп. Хорошо, я тоже отнесу. Так, раз, два. Камень есть, его сразу же на переработку пускают. Сколько у нас вообще переработанного? 15 есть. Замечательно. Я не знаю, где эти обелиски сейчас ставить. Я их поставлю чисто, чтоб було называется. Чтоб не пропадало. А здесь я могу? Нет, на площади не могу ставить. Сидь, твою мать, пацаны, собрались в кучку. Откуда идут? Снизу идут. Окей. Собрались, вооружились. Are you ready for the fight? Так, молодцы, выделили всех. Передвигаемся, ждем. Я пока в разведку сгоняю, вы не переживайте. Вы за меня не бойтесь. Я отдаю отчет себе в том, что я делаю.
Два лучника, один с вилами, я понял. Разведка показала люли возможные. У нас всегда охотник один бродит, это хрен пойми где, это нехорошо. Так, в дверь пойдете, уродцы, да? Так, пацаны, становитесь сюда. Вот сюда даже. Как только заходит, сразу ему в щи наваливаем. Зет, давай. Заходи, скотина. Зет, уничтожить. Так, я плюху получил, но нормально, я жив. Найс! Просто красавчики, серьезно. Раскидали, как ни в чем не было. Ёпперес, это сколько здесь говна всякого. Так, забирайте это все. Мне это не нужно. Так, сейчас еще долутаю, сейчас еще вам стрелы притащу. А где третий? Я не могу третий мешочек выбрать. А что значит у нас Z? Приказ к сбору, что ли? Не совсем понял. А ну-ка. Непонятно. Так, хорошо, исчезли все ненужные ящички. Мешочки, точнее. Забираем это все сюда. Кстати, здесь есть зеленый блок, лук и зеленая легкая броня. Стеганая куртейка. Так что подумайте, ребятки, подумайте, выбор там есть. Кожу перерабатывать не забывайте, пожалуйста. А, они типа уже переработали, да? Ну давайте я выставлю до 20. Сделайте и молодцы. А, строителя у нас нет, да? По-моему, я его убрал. Шахтер, воин, да, Оливер тоже пошел воевать. Воин с топором зеленым ходит, ты что, охерел? Это ненормально, так быть не должно. Так, вернись сюда, займись постройкой. Так, еду жарят, это делают, замечательно. Нам, кстати, можно освободить еще один ящик и закинуть его под... А что, кстати, мясо все не перенесли? А, типа, ящик приоритет выше имеет, да? Не, у него такой же приоритет. Сейчас надо здесь приоритеты выставить повышенные. Так, давай третий, что у нас третье по количеству? Готовая еда у нас, по идее, да, третья? Да, готовая еда. Давайте сюда мяско тогда закинем. Мяско готовое, сохранить, приоритет 3. Приоритет троечка. Икс повысить приоритет же, правильно? Так, сейчас я должен проверить, чтобы я потом не налажал просто. Счастье, экипировка, критические удары, бафы, дебафы. Так, торговля, связи, модификации, типы местности, день и ночь, приоритеты. В первую очередь строят здания с самым высоким приоритетом. Здание с приоритетом 0 они вообще не строят. Все, я понял. Чем выше, тем лучше. Замечательно. Значит, здесь троечка, здесь мы тогда... Где у нас была еда? Заменяем полностью. Здесь у нас будет находиться... Находиться здесь у нас будет... Что подпадает под категорию? Во, отлично. Сохранить. Сюда перенесите все ткани, лен и тому подобную дрянь. Если у вас есть, конечно же. Что переносить? Обязательно переносите. Что у нас по древесине? 153 дерева, 34 доски. Давайте тогда раскошелимся вот как. А, мы должны еще на блоке стен, по-моему, выставить, да? Так, строитель, у тебя, в общем, работы до посинения. Надеюсь, ты с ней справишься. Искренне надеюсь. Раз и раз, два. Приступай, и сюда мы поставим еще одну бочечку. Это что такое? What the fuck? Никак не выделяется. Видимо, это торговая местность будет. Так, тип проходящего торговца можно узнать по цвету торговой палатки или в соответствующем меню. Он типа зависит ассортимент торговца, как и цены при продаже ему. Так, стоп, замедление. О май гад! О май гад, это мне начинает нравиться. Это мне реально начинает нравиться. Можем купить за 2 косаря медный меч. У нас сколько всего? А, у меня бабла с собой нет. Погодите. Погодите, я поторопил события. Нам, кстати, дверь поломали. Уроды. Уроды. Так, у нас 900 баблишка всего лишь. А мне интересно, мы им продать что-то можем? Давайте я возьму, к примеру, вот это. Шматье мусорное. Попробуем. Если мы сможем продать, будет вообще идиллия. Внедряемся в барыжничество. Да, мы можем продать, но это нихера не стоит. 17 монет. Я им отдал, но я при этом денег не получил. А, я понял. Я им должен отдать... И сбалансировать. Они мне отдают бабло. Обмен. Все, завершили, у меня косарь 17. Все, я понял, а походите, не уходите. Я, правда, не знаю, насколько они пришли к нам. Может, у нас здесь инфа есть. Сейчас. Торговец. Торгует товарами, изучите науку торговли и постройте торговую палатку, чтобы использовать торговца. Управляйте торговыми заказами в торговой палатке, выберите предмет, затем установите тип задачи, количество бла-бла-бла. Каждый полдень прибывает торговый караван, который забирает упакованные предметы и привозит заброшенные товары. Для торговца важной характеристикой является интеллект. Подождите, это торговец, если он наш торговец. А если к нам приходит внешний торговец?
торговля в целом. Так, купцы иногда приходят в вашу деревню и представляют свои товары. Каждый купец имеет одну из следующих специализаций: снаряжение, ресурсы, продукты. Этот, видимо, снаряжник. Заставляет на то, какие товары вы гоняете, обменивая с купцом. Возьмите предмет на продажу, идите к купцу, отдайте ему свои товары, возьмите себе нужные ресурсы, сбалансируйте разницу золотом и совершите обмен. Угу. Один раз в день, в зависимости от совершенных сделок, событий и сложности, способами с помощью внешних купцов. Все, я понял. С этим мы разобрались. Так, тогда бежим, проверяем, что у нас есть лишние снаряги. Что мы могли бы втюхать. Так, напяли обратно. Ой, 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 голодуха. Голодуха напала. Нормально, решен вопрос. Забираем, в принципе, все это снаряжение. Оно нам не нужно. Насколько мне память не изменяет, то все снаряжение наши ребята уже на себя напялили. Так, ну, чем, собственно, живее предмет, тем больше бабла мы с него поимеем. Так, верни бабло. Сбалансировать, обмен. Так, что у тебя есть еще? Нам, кстати, это говно он продает дороже. Сволочь. Просто сволота. Так, кирка обычная. 240. Я не знаю, за что здесь платить. Вот, допустим, медный меч, либо же копье я бы взял. Я бы взял, но обычное копье я брать не хочу. Хотя, в принципе, оно тоже полезным будет. Чем бы и нет. Чем бы и нет. Так, фиолетовая медная броня есть. 7 кусков стоит. Карл. Рано, в общем, рано мне еще внедряться в такую жесткую торговлю. Я еще слишком не пробарыжен для этого. Так, меди дофига, медь не перерабатывают. Камень, видимо, весь переработали. Давайте еще перекусим и пойдем спать. Пойдем храпеть. Занимайтесь, ребятки, делами, я вас верю. Вы у меня не бездельники. Гоп, 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 камушек добывает. Я сейчас, кстати, тебе приду, помогу еще. С камушком. Та-та-да-да-та. Так, сейчас, кстати, проверим. 6 только единиц, да? 6 единиц недостаточно. Нужно все-таки третий обелиск уже выставить. Не зря же мы за это взялись. Новые очко науки доступны. Крестьянин, оружейник без работы. Сейчас оружейник в ансек. Давай сразу я тебя направлю. Оружейник, текай, занимайся лесом. Так, в какой ветке? Опять ветки инструментов, да? Броня и шкур. Ну давайте, мы все равно им заниматься не будем. Так, подъем, тихо, скорость поменьше. Че с древесиной, пацаны? Дерево сырое есть, да и это есть. Просто, видимо, стройкой занят парень. Ну хорошо, не будем его отвлекать. Так, баблишко обратно закиньте, пожалуйста. Чтоб не мешало. Так, дубаса обычная, поехали. Оп-оп-оп-оп-оп. А, ты уже пришел сам, молодец. Молодец, но я решил тебе помочь, молясь. Так, бочку выставили, на что она у нас в этот раз рассчитана? Проверяем. Баблишка, глина, камень. Камень мало, это вообще фигня. Это фигня. Но придется, наверное, камень тогда сюда складировать. Сэкономим еще одно местечко. Так, сохранить под камень. Надо бы приоритет повысить. Упс, прошу прощения. Так, камень, 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 камень. Вот здесь у нас, да, вроде был камень. Или здесь еда готовая. Так, хорошо, запретить все. Закинем сюда, к примеру, что у нас входит в эту лазеечку, сырые блюда, вот да, чтобы здесь лежало все остальное, сохранить. Так, здесь каменюку убираем. Так, фильтр, каменюку обычную убрать, сохранить. Так, шерстью все засрали, можно еще одну бочку сделать, в принципе, с таким раскладом под шерсть. Так, с этим хорошо. Костер я еще хотел поставить, точно. Совершенно забыл. А его нельзя на площади ставить, лол. Чего? Ладно, поставим здесь тогда. Пусть освещает центральную зону, здесь все равно все пройти смогут. И сюда, и работать и там смогут, все. Замечательно. Так, и верстаки. Для оружия каменотес, нет, у нас все есть. Защита, кстати, надо их как-то проверить. Где у нас, кстати, деревянные детали делаются, можно узнать? Пожалуйста. Деревянные миски. У нас нет верстака для деревянных деталей, я вас понял. Рано нам в эту сторону думать. Так, камней все еще не хватает, потому что ребята спят. Я вас понял, хорошо, не вопрос. Ну что, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся в следующем прохождении. Пока-пока.